Его судьбе можно позавидовать. Удачная карьера, дружба с известными людьми-космонавтами, политиками, писателями, многочисленные награды правительства и целая коллекция памятных подарков. Тихон Сидейский отметил свое 85-летие. К юбилейной дате в Центре народного и декоративно-прикладного творчества открыли выставку «Семейный портрет на фоне моей жизни». С самыми яркими жизненными моментами познакомилась и наша съемочная группа. Эта выставка – подтверждение того, что Ненецкая земля богата неординарными личностями. Тихон Иванович не был космонавтом, но целый стенд на выставке посвящен космическим исследованиям. Я был на запусках 3 раза. На запусках. Это интереснейшее мероприятие. Это, знаете, стоишь, где земля, атмосфера ломается, знаете. Вот, меня только спрашивают, Тихон, тебе ближе или дальше? Я говорю, ну, как можно ближе к этому ракете. Лучшим другом Тихона Ивановича долгие годы был космонавт Герман Титов. Это ему космонавт в далекие советские годы подарил книгу «Голубая моя планета» со своим автографом. А еще будут многочисленные благодарственные письма и приглашения на запуск ракет. Тихон Иванович в молодости был не только мечтателем и звездным человеком. Для многих он земной и добродушный. За плечами Тихона Сидейского большая трудовая биография, активное участие в общественно-политической жизни Ненецкого округа. Его имя вписано в историю НАО как комсомольского партийного лидера и как председателя Ненецкого окружного исполнительного комитета народных депутатов. И за всем этим, несомненно, стоят воспоминания. Мы с ним проработали в окружкоме комсомола 6 лет вместе. Я благодарна ему. Я тогда была моложе, молодая. И хочу сказать, что сколько он нас научил. Мы побывали почти во всех приемных пунктах нашего округа. Направляли работу комсомольских организаций. Не только это, работали в этом плане, но и всегда готовили художественные номера. Тихон Иванович показал себя не только грамотным руководителем, чему подтверждение стенды с медалями, а их более 23 и бесчисленные грамоты от высшего руководства страны, но и человеком творческим и большим жизнелюбом. А иначе как объяснить, что сын Тихона Сидейского, Андрей, человек исключительно музыкального слуха, а внук Илья известный молодой художник. Целая стена семейного творчества, кстати, для именинника это самые дорогие экспонаты. Семейный портрет на фоне моей жизни. Семейный портрет. Поэтому, конечно, для меня самое главное богатство, самое главное, что есть такое в моей жизни, это семья моя. Эту выставку Тихон Иванович посвятил не только семье, но и своим землякам. А это значит, что она станет бесценной реликвией семейного архива жителей Ненецкого округа. Олег Танзийский, Любовь Пермякова, Сергей Гачигов, телеканал «Север».